Всем привет! Меня зовут Макс Ищенко. Вы смотрите Profit Show Live. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Корчевский. Это генеральный директор компьютерной академии ШАГ. Правильно? Привет, да. Дмитрий. Привет. Рад тебя видеть у нас в Киеве. Смотри, компьютерная академия ШАГ — это тема постоянных, регулярных флеймов на DAO.ua, сообщества разработчиков. И в то же время от моих людей я слышал, что это успешный проект, как бизнес-проект. Поэтому у меня есть куча вопросов на эту тему, рад тебя видеть. Спасибо, что пригласил. Готов ответить на все вопросы. Окей. А у нас есть такая рубрика, которую... Обычно набор вопросов для стартапов, да, для проектов, которые только начинаются. У них я спрашиваю, кто ваши пользователи, какую проблему вы решаете и как вы зарабатываете деньги. Можешь на эти три вопроса тоже ответить? Уже как сложившийся стартапер, да, или посмотреть на проект 13 лет назад. Главный наш потребитель, и вообще создавался этот проект, наверное, как реализация моей мечты. Мне очень когда-то хотелось стать программистом. И я поступил на МИХМАТ, в Одесский государственный университет, только с одной целью. Это было лучшее место в Одессе, где готовили программистов. Но проучившись сначала 5 лет, 6 лет в магистратуре, потом еще 3 года в аспирантуре, я на себе почувствовал то, что университет дает хорошее базовое, фундаментальное, научное образование, но не имеющее ничего общего с прикладным компьютерным образованием. То, зачем я, собственно, пошел в институт. Я хотел стать программистом, я хотел писать программы. В общем-то, я и стал на тот момент программистом, но не благодаря институту, а скорее вопреки, потому что с друзьями мы писали программы, сами разбирали, сами обменивали знаниями, искали людей, которые могли бы помочь, искали заказчиков, писали для них программы. Я так вырос. Но я понимал, что таких людей, как я, много. Я увидел потребность, которую хотелось бы реализовать. И, в общем, так получилась компьютерная академия, как мое видение такого образования, которым бы я хотел бы учиться. Так ты какое-то время проработал программистом или нет? Да. Академия, все равно нужны были какие-то деньги на помещение, на преподавателей, на рекламу тоже, да? Честно говоря, никакого стартового капитала, инвестиционных проектов не было. Да? Я использовал только те деньги, которые сам зарабатывал. Я был, ныне это называется фриланс, тогда никто таких слов не знал. Я обслуживал компании, писал им программы, ремонтировал компьютеры, консультировал по вопросам информатизации, получал на это деньги. Сначала нанял одного человека себе в помощь, потом еще одного. Потом снял офис. Я думаю, что путь развития практически каждой компании одинаковый. Вы же начинали с каких-то краткосрочных курсов, правильно? Буквально некоторое время. Я родился в семье преподавателя, я сразу знал, как нужно преподавать. Я знал, какие подходы в педагогике используются. Поэтому какое-то время преподавал сам. И потом я нанимал преподавателей, учил их преподавать правильно, нормально относиться к процессу, обучение как гарантия результата. И даже первый слоган наш был: мы гарантируем результат. И учили не количество часов или количество занятий, а мы говорили: если вы пришли к нам учиться пользоваться на компьютере, мы гарантируем, что получим результат за это время. Если этого времени не хватит, мы ровно добавим столько, сколько нужно, но чтобы вы гарантированно прошли экзамен. И на этом подходе, в принципе, начиналось обучение. Сначала это были краткосрочные, потом студенты, которые приходили учиться, они говорили: мы хотим еще вот это, мы хотим еще вот это, вот это, вот это, вот это. Так сформировалась первая программа обучения. Да? Если посмотреть, что требовал рынок тогда, какие знания нужны. Это какой год был? 99-й. В 99-м году появилась первая, она тогда была рассчитана на год. И годовая программа должна была подготовить с нуля человека, интересного для индустрии, чтобы человек мог уже после окончания обучения самостоятельно зарабатывать на программировании или на администрировании, или на дизайне. За время, которое прошло с 99 года, количество знаний увеличивалось, причем очень быстро. И сначала год не помещался, все то, что мы хотели дать, мы увеличили до 1,5 лет, потом до 2. Сейчас программа обучения состоит из 2,5 лет, и я не могу сказать, что мы даем все, что я считаю полезным. Теперь уже не я решаю, какие программы должны быть. У нас целый методический совет есть, в котором лучшие преподаватели Академии, из 600 преподавателей, которые сейчас работают в Академии,
В комитете, наверное, состоит десяток. Ну, вы самостоятельно разрабатываете, не смотрите ни на кого, правильно? Ну, программы. Мы не можем не смотреть, потому что работаем для рынка. И наша задача максимально удовлетворить спрос на рабочую силу. Компании не скрывают, какие специалисты им нужны. Mm-hmm. Мы знаем, какие требования, какие квалификационные навыки, знания нужны у наших выпускников. Нам нужно довести их, чтобы их взяли на работу. Поэтому у нас очень тесные контакты с компаниями. Практически многих руководителей крупных компаний я знаю. И, в общем-то, вот это взаимодействие плотное, особенно вот методического комитета, mm-hmm. который разрабатывает, ребята, которые разрабатывают программы, мы стараемся максимально адаптивно подходить к разработке. И программа чаще всего меняется раз в полгода. Хорошо, смотри, у меня какой план? Я не хочу, то есть я хочу минут 10-15 какое-то время обсудить общий вопрос, не связанный с шагом, да? То есть на тему образования, что это как бы больная тема. И мне просто интересно, там, как вот, то есть у вас есть шаг, да, у вас есть там за 10 лет какое-то там сформировалось, не знаю, видение, невидение. Ну, короче, какая-то оценка ситуации, да, вот просто интересно ваше мнение. А потом мы вернемся к шагу, потому что есть куча вопросов, ну, именно про академию, о академии, там, с форума ДОУ, с тех, которые там наши редакторы наши подготовили и так далее. Вот. Но чтобы туда не взорваться, слушай, ну вот смотри, все ругают наше образование. Ну, вот мы там проводили круглый стол для компании, они им ругали. Ну, так, большинство, ну, не все, да, окей. Но вот как бы у нас те же программисты, которые учились, да, они потом пишут на форуме, да, я проучился 5 лет, нам ничего не дало. Вот с твоей точки зрения, какие там 2-3 ключевых проблемы украинского образования, без относительно шага, да? На самом деле проблем и не 2, и не 3. Нужно понимать, что ругать можно процесс, ругать можно результат. Работодатели ругают результат. Правильно организованный процесс должен дать хороший результат, ну, в двух случаях. Если студент, который учится, хочет получить знания и прилагает все усилия, чтобы пройти этот процесс, вот как он запланирован. В компьютерной академии шаг к процессам относится очень серьезно. И результат зависит вот не только от нас, а еще и от студента. Готовность его учиться и готовность отдавать все силы этому процессу. Если говорить, абстрагируясь от шага, то с процессами в государственной системе образования есть всем известные проблемы, их постоянно обсуждают. Не знаю, есть ли смысл их обсуждать еще раз. Ну, все знают программа обучения, которая навязывается министерством, которая, ну, прямо скажем, не очень актуальна. Отсутствие современных технологий в той же программе, отсутствие высококлассного преподавательского состава, не теоретиков, а людей из индустрии, которые могут передать практический опыт, практические знания. Не всегда достаточный уровень финансирования. Окей, хорошо, скажем, задам вопрос по-другому. Вот за 10 лет оно меняется в какую-то сторону, если да, то в какую? Какая динамика? Что лучше, что хуже становится? И вообще болото. Вы знаете, я бы не хотел оценивать, о конкурентах либо хорошо, либо никак. Я думаю, что система образования, которая сейчас есть, это продукт, который нам достался в наследство и просто еще не обновился. Наследство от Советского Союза. Есть методики, которые не характерны для современного информационного общества, а кадры готовятся до сих пор для большой страны с научно-исследовательскими институтами, с научным потенциалом. Мы кадры готовим для той страны, которой уже нету. А современные вызовы IT-рынка не удовлетворяются, потому что сама структура не готова эти вызовы принимать. Мы сталкиваемся с проблемой, это наша больная тема, преподаватели. Мы не можем себе позволить брать плохих преподавателей, потому что хорошо они не научат. Для нас это будет негатив, который потом выразится в том, что к нам перестанут идти люди. И поэтому мы вынуждены платить преподавателям зарплату, соотносимую со стоимостью этого человека на рынке труда. Да, чем это плохо? Это хорошо. Можем позволить это мы, как частный, негосударственный вуз? В государственных высших учебных заведениях есть стандартизованные зарплаты, уровень зарплат невысокий, и поэтому удержать преподавателя даже нам тяжело. Что говорить о вузах? Я не знаю, насколько это связанный вопрос. Насколько реально сделать, не так. То есть есть компании, да, и у них есть определенные потребности, да? И
получается, что они ну, никак не синхронизированы с машиной, которая готовит вот этих студентов. Да? То есть в этом как бы проблема. То есть компании хотят одно, а система готовит, может быть, неплохих специалистов, но других. Правильно или нет? Ну, так и происходит. Просто здесь надо отталкиваться еще от того, что готовы ли студенты рассматривать процесс обучения в высших учебных заведениях как что-то ценное для них в отрыве от факта получения диплома. Я бы сказал, что вот по наблюдению моему, а мы работаем с большим количеством студентов, люди рассматривают цель высшего образования не как получение знаний, а как получение диплома. А зачем им диплом? Хороший вопрос. Не могу. Прагматического ответа нету. Есть ответ «так надо». Наши родители нам говорят, и ты там должен получить диплом, подразумевая высшее образование. Или пойди в вуз, получи диплом. Спросите любого там, выпускника вуза, зачем он пошел в вуз учиться. Он никогда не скажет «за знаниями», потому что все как бы… Все пошли, все побежали, и я побежал. Все соглашаются, да, как бы условно говоря, что знания, которые в вузе дается, это знания, которые должны меня научить учиться. Угу. Спрашивает. Ну, это такое вот распространенное заблуждение мне. Не вижу смысла это обсуждать. Есть менталитет, который нам говорит об этом. И за этим, вот, не задумываясь, дети после института следуют, вот, получают высшее образование не потому, что нужно получить знания, которые тебя потом обеспечат работой, а потому что нужно получить диплом, потому что без диплома тебя на работу не возьмут. И но это не относится, кстати, к нашим IT-компаниям. Ну, то есть, не относится. Люди об этом к не работодателям знают. Мало кто нормально задумывается вообще о будущем. Выпускники школ не умеют думать о будущем, не умеют планировать свою жизнь. Вопросы стратегического мышления, их никто не учит думать стратегически о своей будущей жизни. Поэтому идут там, юристами, экономистами, филологами. А программистами разве не идут? Спрос на IT-образование растет куда медленнее, чем сама IT-индустрия. Угу. И даже абстрагируясь от качества, образование не успевает. Даже, скажем так, школьники не рассматривают IT как перспективное направление. У нас, окей, на DOW, да, заходишь, открываешь ссылку зарплаты, первая там, да, и видишь зарплата программиста $2000 или 3. Угу. Ну, окей, 3 не сразу, но там через несколько лет ты будешь получать $4000, сидеть в чистом офисе с теннисным столом, с, там, я не знаю, с поездками в Данию, как командировками, да, и так далее. Ну, то есть вообще круто, да, то есть ну, там, директор, управляющий филиалом банка отлично получает меньше. Это знаешь ты, это знаю я, это знают сотрудники компании. Школьники об этом не знают. Более того, они не зайдут на DOW, потому что они не знают о существовании этого сайта. Я думаю, что многие из них не задумываются только потому, что им никто об этом не рассказывал. Возможно, есть представление. Так, а что есть делать? Может, купить там на телеке рекламу? Там, зарплата в цикле да, 3000 да, баксов. Да, я согласен. Я считаю, что индустрия должна заботиться рекламой своей отрасли. Есть реклама юридических услуг, там юридическая академия. Есть реклама, там, почему идут в экономические вузы? Потому что есть образ экономиста, человека в галстуке, в хорошем костюме, на хорошей машине, юрист, там, вышколенный, там, с большой зарплатой, банкиры, да, а образ айтишника, он не сформирован вот в таком позитивном ключе. Мы знаем их много, богатых, обеспеченных, перспективных айтишников, выглядящих просто с иголочки. Но знают ли об этом школьники? Мы со школой работаем регулярно. Я регулярно работаю, общаюсь с детьми, которые в школе учатся. У меня у самого дети в школе учатся. И плюс у нас есть проект «Малая академия», где приходят нам со школы учиться, начиная еще с 9 лет. Uh-huh. Я вижу, что взгляд на школу, взгляд на детей с нашей стороны, со стороны индустрии, совершенно отличается от того, что происходит на самом деле. То есть то, что мы принимаем как данность, что мы считаем прагматично, да, как можно выбирать что-то другое, кроме как IT. Я это понимаю, мой сын это понимает, мы с ним об этом разговаривали, он видит IT-перспективу. Но я прихожу в школу, я разговариваю с 30, там, допустим, девятиклассниками, угу, которым еще предстоит выбрать профессию. О, кстати, да, и что они говорят? Я могу сказать, что 1-2 человека всерьез рассматривают IT как будущую профессию, остальные нет. Они что, они же не тупые или они тупые? Типа, нет, типа они это не надо тупые. Думать. Ну, они, для них, во-первых, IT и математика чуть ли не знак равенства стоит, но там же надо знать математику. Для меня это сложно. Не, я так лучше попроще. Классов, вы понимаете, проблема в том, что каждый из них рассматривает еще раз
процесс обучения как обязательство перед там, обществом, перед родственниками. Я должен поступить в вуз. Но не для того, чтобы получить знания. Знания не связаны с будущим у них. Знания, потому что так надо. Почему надо? Ну так надо и все. Поэтому идут по пути наименьшего сопротивления. Идут туда, где проще. Угу. Девочки идут в ПИДИН. Они не планируют. 90% девочек, которые учатся в ПИДИНе, не планируют быть педагогами. То есть, смотри, то есть они не думают, окей, я вот хочу тем-то работать, для этого мне нужно вот такое образование, поэтому я иду в вуз, да? Они так не думают, нет, наоборот. Нет, они не думают. У них вообще отсутствует, нас не учили стратегически мыслить. Из года в год, обучаясь в школе, что мы видели? За нас планировали программу, нам говорили, что делать. Ценность главная была знать, а не искать правильный ответ. Наша ценность была в том, чтобы я мог найти правильный ответ, подставив известную мне формулу, а не то, чтобы я критически осмысливал полученную информацию и делал свои собственные выводы. И вот это все типично. Совершенно разный подход. Наше образование, как и жизнь, с которой потом приходится сталкиваться. Нас учили, что у каждого вопроса есть один правильный ответ. Жизнь говорит, что ответов может быть много. И чем больше ответов, например, тем лучше. Нас учили в школе, что не нужно задумываться о будущем. У нас есть программа обучения на 10 лет вперед. Нам не нужно думать о том, какое завтра, там, какое занятие мне выбрать, какой предмет мне выбрать, потому что все за нас планировали. Но я выхожу на, там, после школы, я должен спланировать свое будущее, но я не умею. Я не знаю, как мои знания соотносятся с моим будущим. Родители точно так же подталкивают. Они не всегда тоже знают о том, что программисты столько зарабатывают. Ну, они, может быть, где-то слышали, но это распространенное, например, мы знаем хорошо, но есть распространенное мнение, что программисты зарабатывают немного. Это говорят сотрудники, например, заводов, фабрик, шахт, где есть IT-отделы, где работают программисты, ну, там, еще там, слушай, советских времен. Слушай, такой, как бы, вопрос. Ну, с этим я, кстати, совершенно согласен. У меня вот тоже ребенок в школе, и я знаю, ну, то есть я вижу по ребенку, что для нее самое страшное — это вот ошибка. То есть их наказывают за ошибки, если ты неправильно ответил. Хотя любой человек, который делает что-то оригинальное, он знает, что ошибка — это часть процесса. То есть ты не делаешь ошибку, не страшно, значит, даже ты полезнее. Ничего оригинального не делаешь, ты просто как бы выполняешь задачу, которая уже решена. Ладно, другую тему. Смотри, насколько вообще, это такой вопрос, насколько для программиста вообще нужно образование такое вот там пятилетнее, да, потому что есть там пример Индии, который любят приводить, где короткие курсы, да, ну или там короткие там а-ля год-два, то есть вот там в России, ну, там, то есть мехмат, то есть фундаментальная база физики, лучшие программисты и так далее. Вы как раз пытаетесь, ну у вас фактически там двухлетняя программа, 2,5, которая готовит программистов, правильно? Неправильно. В компьютерной академии ШАГ можно там выделить условно 4 направления. Есть краткосрочные курсы, там от месяца до 3, есть годичные курсы, есть 2,5 годичное образование, есть 5-летнее образование, где даем высшее, ну, где люди получают высшее образование. То есть, в принципе, 4 направления условно. Каждый решает свои задачи. Краткосрочное образованием назвать нельзя. Это курсы, которые в лучшем случае повысят квалификацию. В лучшем случае дадут общее представление о предмете. Годичное образование дает узкий, но профессиональный набор знаний. 2,5 годичное — это чуть-чуть более широкое. Да? Мы готовим человека с нуля, который может быть интересен индустрии и может уже выходить на профессиональный рынок. Ну, хорошо. Как фрилансер или что? Кто вот пятилетнее эти образование — это нужно для того, чтобы удовлетворить потребность людей в высшем образовании и чтобы дать им диплом. Uh-huh. Хотя, по сути, набор знаний 2,5 года и за 5 лет одинаковый. То есть вы просто подстраиваетесь под рынок, да? То есть родители есть спрос, хотят видеть ребенка с дипломом. Потому правильно? Что у нас приходят люди, поступают в вуз и идут к нам параллельно учиться. В вузе они получают корочку, у нас получают знания. Хорошо, давай вот про программистов и знания. Что нужно, то есть как вот с вашей точки зрения, да, там, с ШАГа, что нужно мне как программисту, то есть с чем я, с каким багажом знания должен выйти из какого-то учебного процесса, неважно, шаг, не шаг, для того, чтобы у меня, я был востребован на рынке труда, чтобы я пошел работать в те компании, которые нас там нанимают, в индустрии. Вот, да? Шаг — это и есть главный ответ на ваш вопрос, потому что вот чем, что конкретно я там, какие галочки получу? То есть я выучился и получил знания чего? Ну,
Для этого можно просто зайти на сайт и посмотреть нашу программу. Вот мы отвечаем именно на этот вопрос. Для каждого человека, который к нам приходит. Что я должен знать и уметь, чтобы нас, вот, студентов, выпускников, взяли на работу? Для программиста, да, начиная от базовых знаний, умения мыслить как программист, да, алгоритмическое мышление, базовые языки программирования, мы начинаем с C, C-Sharp, там Visual C, C++, C-Sharp, .NET. Все технологии, которые сопутствуют этому, и там, и принципы командной работы, и там, и тестирование, и паттерны проектирования, и там, все современные там, базы данных, которые мы используем. Я в меньшей степени могу сейчас пересказать программу обучения, которая там на две страницы. Но каждый может зайти и посмотреть, как мы видим, какой именно специалист должен получить какие знания. Тем более, что средний возраст наших студентов 23,5 года. Кстати, вот, блин, и получается, хочу, многие из них уже выпускники вузов. У меня еще просто есть пара вопросов, прежде чем начну задавать вопросы про шах. Но один из вопросов, мы к нему вернемся, вот, мне интересна демография, то есть кто ваши студенты, да, но давай уже закончим с общими вопросами. У меня есть два вопроса. Первый, тренд в мире, да, сейчас на онлайн-образование. То есть есть куча там, ну, в Америке это там вообще бум, да, но даже в Европе, там, в МГУ, я знаю, запускаются как бы системы онлайн-обучения, да. То есть что ты вообще думаешь на эту тему, ну, в какой степени оно способно там конкурировать вот, ну, с традиционными, будет ли у нас что-то такое? Классная тема. Буквально несколько дней назад я общался с одним из наших ведущих преподавателей. Мы обсуждали возможность использования. Мы вообще эту тему прорабатываем постоянно, потому что, ну, хочется больше клиентов, и, соответственно, дистанционное образование дает такую возможность. Но вот мы общались с преподавателем, и он говорит: понимаешь, когда я в классе, когда передо мной группа студентов, я каждого вижу и с каждым общаюсь. Только кто-нибудь отвлечется, я имею 1000 способов, как поставить его на место, вернуть его в процесс, удержать внимание. Когда передо мной... Мы имеем дело с обыкновенными людьми. Для того, чтобы их держать внимание, нужно постоянно поддерживать их мотивацию, интерес. Им должно быть все время интересно. Но людей с супермотивацией крайне мало. У нас длительный срок обучения, 2,5 года. 2,5 года держать мотивацию — это огромная, тяжелая работа. Постоянно держать интерес, фокус интереса, увлекать. Хотя есть сложные вещи, которые не так просто преподнести. Да, геймификацию преподавать классно, весело. Там масса интересных примеров из жизни. А вон протоколы TCP/IP там со всеми деталями, или там физические процессы, которые в кабеле проходят для администратора, рассказать совсем непросто. И когда перед тобой не человек, ну, это человек, да, студент пришел, даже ему, если ему хочется поиграться, отвлечься, у него нет выбора. Он сидит в группе, люди все слушают преподавателя, и он его слушает. Но как только этот человек оказывается по ту сторону экрана, удержать его внимание становится на порядок сложнее. Конечно, если мы говорим о людях, которые четко понимают, что это их будущее, они занимаются ради своего, понимаешь, эти знания. Ну, если мы говорим об идеальном студенте. Идеальных студентов легко учить через интернет. Я понял. Ну, то есть интернет. В каких вот таких случаях? А да. Системно подходить к образованию почти невозможно. Окей, особенно вот в группах. Хорошо. Ну, то есть я понял. Проблема с недостаточной мотивацией. Есть психологические аспекты взаимоотношений группы. И атмосферу можно создать в классе. Удержать внимание. А вот когда они находятся далеко, почти невозможно. И последний вопрос, и пойдем в шах. Про шах. В шах, да. А как насчет такого варианта? То есть, ну, ты говоришь, там больше клиентов, ну, да, а онлайн-образование, ну, это больше студентов. А что, если взять как бы крайний случай и сказать: мы вообще никого не учим, мы делаем сертификацию. То есть я прихожу, ну, смотри, какая проблема есть у компании, да, то есть к ним приходит куча людей, но большинство не, ну, недостаточно квалифицированы. Но при этом они приходят на собеседование, они съедают время HR, да, рекрутинга, да, и так далее. И то есть они пришли в 10 компаний, соответственно, там потратили кучу денег, ну, времени, да, рабочего. А что если сделать место, куда я прихожу, к вам, да, например, да, говорю: я знаю там то-то, то-то, то-то. Вы мне даете экзамен, даете мне какой-то сертификат, не учите меня 2 года. Я там где-то вычитал это все, на хабрахабре прочитал, или сестра рассказала. И вы мне просто даете какой-то дипломчик, что я вот знаю то-то, вы подтвердили. И все. И я уже с этим дипломом, мне гораздо проще устроиться на работу. Такую тему.
Идея хорошая, обсуждалась. Более того, я знаю, что не единожды даже в рамках Украины создавались центры такие вот сертификации. Угу. Есть BrainBench, который признавался. Там. Есть масса проблем такого рода. Должно быть взаимное доверие. Компании друг перед другом, перед учебным заведением, это доверие очень непросто заслужить. Как минимум, не потому, что там шаг не может его заслужить, а как минимум то, что у каждого HR свое представление о хороших знаниях. И то, что может быть хорошо для одной компании, это недостаточно для другой. И вот этих градаций не существует. Откуда вы знаете, что нужно компаниям, правильно? Вот ну, во-первых, это данные открытые. Информация об этом известна нам, плюс наши руководители направлений, они с этими компаниями очень хорошо знакомы. Они знакомы с HR-ами, с инженерами. Более того, наших выпускников много в компаниях работает. Мы получаем фидбэк. Вот, мы знаем, что нужно было, чего не хватает, и как бы корректируем. По поводу много работает. Вот на том же ДО, ну, не знаю, видел, даже там писали. То есть, там вплоть до того, что выпускник, если человек приходит на собеседование или у него в резюме написано шаг, то я его на собеседование не зову. Это типа плохой знак. Вот. То есть, ну, то есть они вроде бы работают, но где они работают? Ну, я видел опрос на ДОУ, в котором там, в десятку шаг попали, да? Попал. Да. Ну. Но вопрос в том, нельзя, вот смотрите, у нас учатся люди, очень много людей, доходят до конца, ну, я бы сказал, диплом получают 30% выпускников. Это вот 2,5-годичный. Да, вот поступил человек, начал учиться тяжело, там, не ходит, бросает и так далее, не доходит до конца. В любом случае, диплом мы даем только тем, кто прошел полностью обучение, сдал все экзамены, защитил диплом. Таких 30% от количества 100% поступивших. Теперь вопрос. Человек не потерял желание стать программистом, он просто не потянул обучение. Будет ли он говорить, что он учился в шаге? То есть он пишет в резюме вопрос, шаг, да, формально где проходил обучение? В шаге. Угу. Вопрос, как такой человек, не имеющий диплома, например, будет защищаться? Да. Он говорит, я учился в шаге, вот там, подойдет в одну компанию, не подойдет, в вторую компанию не подойдет. И один, скажем, такой ренегат, пройдет по всем компаниям, везде как бы нас отрекомендуют соответствующим образом. Я учился, ничего не знаю. Против него успешный выпускник, который хорошо отучился, еще в процессе обучения устроился на работу, и его резюме даже не попало на рынок труда. А даже если отучился и пошел на рынок труда, его чаще всего забирают сразу. Хорошие выпускники не доживают до конца обучения, не найдя себе работу, а иногда даже поменяв несколько. Вот смотри, у вас там написано на сайте, по-моему, 14 000 студентов, да? Сколько из них это вот эта 2,5-годичная программа, а сколько это вот высшее образование 5-летнее? 50-50 или как? Значит, сейчас скажу, где-то половина это 2,5 года, где-то 25% это, даже, наверное, меньше, там 20% это высшее образование и 30% это дети. Ага, окей. А есть, кстати, вот уже раз про индустрию, есть какая-то статистика? Я просто на сайте посмотрел, там есть отзывы. Но там нет статистики, например, ну сколько ваших ребят где работает? Или там они уехали? Ну, то есть именно как выпускников, да? Есть что-то такое? Ну, мы статистику не ведем. Мы стараемся, в последнее время мы стали этому больше уделять внимание. И так появились проекты Success IT Step.org, Diploma IT Step.org, IT Step.tv, где мы собираем фидбэк от выпускников. То есть вот Success IT Step.org — это сайт, на который мы публикуем реальные истории о том, как сложилась жизнь у наших выпускников. И стараемся отслеживать тех людей. Вам же эта информация очень полезна, да, иметь, потому что ее можно показать и работодателю, да, потенциально, там, ЕПАМу, да, и будущим. Ну, мы начали над этим, в этом направлении работать. Просто нужно понять, большая махина, у нас много выпускников, и это может быть оправдание, да, не всегда удается за всеми, всех отследить. Кстати, и зачастую бывает так, что приезжаешь в компанию какую-то, и тебе говорят, о, а я у вас учился. А там человек, там тимлид, например, там ведущий компании, или там чуть ли не заместитель генерального директора, а он учился у нас, да, там 6 лет назад, 7 лет назад закончил. У нас сейчас, допустим, проекты совместные по другим вопросам,
с компаниями, которые основали наши выпускники. Я очень люблю работать с нашими выпускниками, надо сказать, что... Они вам скидку дают, да? Они нам дают скидку, во-первых, а иногда даже такое бывает, что мы не можем потянуть их услуги, потому что они очень дорогие. Можешь кого-то назвать, ну просто как имя там какое-то, этих компаний? Или это одесские компании? Ну, или они в Киеве есть? Есть, ну, скажем так, их список можно посмотреть в историях успеха, потому что обязательно я прошу, чтобы каждый из них написал о себе, ну, или там вот рассказал о себе, вот такое интервью небольшое, но мы только вот текстовом виде, и практически все они, вот я стараюсь, чтобы информация о них попадала на этот сайт. Окей. А, слушай, есть еще такой, опять же, вопрос. Я не знаю, как в Одессе, кстати. Ну вот в Киеве, например, есть, и во Львове, есть SurfSurf, у них есть свои курсы, да. А в Киеве Global, еще там несколько компаний, EPAM точно, ну то есть, которые ведут именно курсы при компаниях, они часто бесплатны. И пройдя эти курсы, у меня высокие шансы попасть в компанию, потому что, ну, меня видели, вот я примелькался, да, меня знают уже мой потенциал. Соответственно, зачем мне к студенту идти платить деньги в шах, пусть там, сколько стоит в месяц обучение? Где-то, в зависимости от региона, от 50 до 120 долларов в месяц. Ну окей, ну да, вроде бы разумно, ну то есть это недорого. Ну я не знаю, я не студент. Ну на фоне бесплатного это, конечно, это дороже. Все равно дороже, чем бесплатно. То есть зачем мне идти к вам, если я могу пойти на курсы Global, закончить и взять, ну, пойти на работу? Вот вы ощущаете как конкуренцию с ними. Дело в том, что мы решаем абсолютно разные задачи. Global или там Циклум, или SurfSurf, они большие молодцы, что они взялись за это дело. И они решают прагматичную задачу. У них есть проект, им нужны конкретные люди с конкретными знаниями под конкретный проект. Или там на будущее. И они берут людей с базовым уже, с базовой подготовкой, они не учат их простым вещам. И они узко подгоняют человека под конкретную задачу. Они решают прагматично свою задачу. Для многих это хороший выход. И я знаю, наши студенты, выпускники даже, те, которые хотят конкретно устроиться в эту компанию, идут к ним на курсы и отлично проходят там 3 месяца, закрепляют знания, может быть, новые получают и устраиваются на работу. Это нормальный путь, но по этому пути невозможно пройти с нуля. Если я выпускник экономического вуза, меня не возьмут, потому что я не умею программировать. Я не умею. Вы не думали сделать с этими компаниями? То есть какую-то корпоративную программу. Ну, я о чем сейчас расскажу. То есть ко мне, например, обращались компании, да, типа, Макс, давай ты будешь учить людей, а мы их будем брать на работу. То есть вы, ну, у вас, в принципе, уже у вас там как бы налажена система, да, то есть у вас есть процессы. То есть вы могли бы для этих же компаний, зачем им делать свои курсы? Но они, ну, они же, ну, это не их бизнес, да, их бизнес продавать, аутсорсинг и так далее. То есть вы бы им поставляли просто студентов, они бы вам платили там за каждого студента больше, чем эти 100 долларов, которые вы берете. В каждом регионе у нас налажены хорошие контакты с местными компаниями. Не со всеми, допустим, с избранными. Куда обычно и уходят наши выпускники после окончания. Но есть нюанс. Например, мы могли бы готовить, да, но у нас немножечко разные подходы. Там мы 2,5 года учим, и потом студент может совершенно спокойно выбрать себе компанию и пойти. Ну, вот, то есть у вас есть там, например, в Одессе какой-то пул компаний, да, которые забирают ваши студенты? Да, конечно. Ну, что за компании? Ну, и Циклум, и Сигма, и Датарт, я знаю. Ну, то есть много компаний, в принципе, во всех компаниях, которые работают в Одессе, я знаю, есть наши выпускники. И достаточно много. А вот, насколько я знаю, есть компании, где их даже больше там половины. Я знаю компании вот в других регионах, где только наши выпускники. Но вы им помогаете как-то именно в эти компании устроиться? У вас договор? Или они, ну, просто проходят собеседование на общих основаниях? Скажем так, это процесс, он органический. У нас есть преподаватели, которые, с которыми знакомы HR-ы, которые говорят, что нужно, преподаватели рекомендуют студента, и этот процесс идет постоянно. То есть они общаются без... У нас нету хороших, очень редко, вернее, встречаются хорошие выпускники, которые не находят работу до окончания обучения. А на дипломирование мы приглашаем, вот практически во всех регионах уже заведена такая практика. Дипломирование заканчивается, то есть само по себе проходит открытым образом. И мы приглашаем компании, HR-ов, руководителей отделов на дипломирование, чтобы они могли посмотреть наших студентов и сделать им предложение. То и я знаю, что очень многие, вот в Донецке последнее дипломирование было, говорят, всех разобрали, даже тех, которые... В Донецке, кстати, про донецкий шаг мы же делали хакатон до хакатона. Да, в Донецком шаге.
И вообще про Донецкий шаг мне говорили много хорошего. Вот именно про Донецкий. Ну, то есть у меня не так много контактов, да. Может, остальные и неплохие, а может, ужасные. Но про Донецкий точно знаю, да, там. Донецкий. Кстати, вот про Донецкий шаг, да. Вот студенты, да? Да. Студенты были, которые победили на Imagine Cup в мире. Да, да, да. Это вот, донецкие ребята. А это же не связано с золотым байтом или нет? Или... Немножечко связано. Ну, это разные процессы. Но когда-то золотой байт начинался для того, чтобы дать время, ну, как бы, отработать как презентационные навыки, подготовить чуть раньше. Что такое золотой байт? Для тех, кто не в курсе. Золотой байт — это чемпионат, всеукраинский чемпионат компьютерных талантов с сумасшедшим призовым фондом в 500 тысяч гривен. Это среди ваших студентов? Нет. Или нет? Любой может подать? Любой может подать. Школьник, студент? Школьник, студент. У нас 11 номинаций. У нас на сегодняшний день 7 генеральных спонсоров. А 500 тысяч это, ну, гривен, это призовой фонд? Это призовой фонд. Это откуда совокупная сумма всех призов. Ну вот, 7 генеральных спонсоров. И вот, например, среди призов поездка для 4 человек в Силиконовую долину на бизнес-тур. Встречу с компаниями, инвесторами, обучение там правил. Вы стартапами занимаетесь? Мы, ну, каждый проект, который представляется в рамках этого чемпионата, и как и Imagine Cup, так и Золотого Байта, по большому счету это потенциальный стартап. И для людей, которые будут презентовать, навыки и знания сходные. То есть, например, тот же проект, который победил на Imagine Cup в мире, да, когда наши студенты стали лучшими из, вот, лучшими из лучших. Это же полноценный стартап. И планировался он, и подавался он как стартап. Хотя на самом деле это обыкновенная студенческая работа, студенческий проект, который вот с нуля изобрели. А много там, ребята, кстати, участников? Ну вот цифры какие-то. 420 тысяч студентов по всему миру приняло участие в прошлом Imagine Cup. Imagine Cup. А в Золотом Байте в прошлом году было 5,5 тысяч, в этом году будет около 6 тысяч человек. Это те, кто зарегистрировался. Идет отборочный тур, в каждом городе выбирается по 11 номинаций лучшие. Потом они, ну, сначала идет отборочный тур дистанционно через интернет, потом выбирается лучший в каждом регионе. Они все приезжают с 16 по 17. 16-17 марта будет всеукраинский финал в Киеве. И вот они соберутся все здесь и выяснят, кто, как бы, кто самый лучший, сильный. Да. И, в общем-то, там и поделят все призы. Кстати, вот по поводу этих студентов, опять же, сдал комментарий на форуме Доу о том, что есть два шага. Вот один шаг, который побеждает в конкурсах, а второй шаг, который, ну, просто вот там, учит непонятно чему. Вот так вот. Как такое бывает? Но, ну, такое, на самом деле, шагов, я бы сказал, 13. Да, каждый регион — это тоже шаг. И у нас 13 филиалов. Где-то этот процесс поставлен лучше. Где-то у нас преподаватели просто мега-супер классные. И я бы сказал, что практически все наши преподаватели — это ребята очень высокой квалификации, которые не просто как преподают, да, они этим горят, они живут этим, им нравится. И я за каждого преподавателя могу сказать, это действительно человек отборный, да, который, ну, не просто принят на работу, ну давай попробуй попреподавать. Это человек, который классный и который может и умеет преподавать. Но учитывая, что нас их много, мы можем, как это сказать, человек, студент может попасть на хорошего преподавателя, на среднего или на лучшего, и соотнося, да, результаты, соотнося, а вообще отношения, даже в зависимости от того, как, чего ты ожидаешь, ты можешь ожидать, что тебе все, я заплатил деньги, теперь учите меня, я ничего не должен делать. Поэтому очень много проблем возникает с тем, что люди не умеют учиться, не хотят учиться, а занимают пассивную позицию. Вот я пришел на лекцию, вы мне рассказываете. Ну, на самом деле, это очень быстро переключается. Задача преподавателя — научить правильно подходить к обучению. Иногда даже проблема заставить домашнее задание выполнять, не говоря уже о том, что серьезно там прорабатываете дома. Я хожу на занятия, что еще мне нужно? Я знаю, ну, у вас, собственно, на сайте написано, да, у вас открыт филиал или открывается филиал там в нескольких странах. В Казани, да, в Чехии. Ну, там уже давно работают, в Казани, в Праге, в Эстонии, вот, уже открываем. Да, естественно. Все филиалы построены по одному стандарту. И принципы, которые закладываются в обучение, да, программа общая, единые подходы к обучению. А в мире вообще есть аналоги? Ну, то есть, я не знаю, ну, то есть, в моем представлении образование — это вообще такое, ну, бесприбыльная индустрия. Да, то есть,
все деньги теряют. То есть там есть бюджет на образование, которое государство там, за счет налогоплательщиков да, учит и как бы не зарабатывает. А вы вообще кто-то еще в мире так делает? Зарабатывает деньги? Ну, наверное, то есть есть много частных вузов, которые работают. Вопрос в том, что, к сожалению, в нашей стране наше главное ограничение – это не желающие учиться, а платежеспособность. Поэтому мы вынуждены танцевать вокруг себестоимости, чтобы за счет количества позволять то есть, выживать. Вот это вот, но я не могу сказать, что ай-яй-яй, как тяжело. Ну, мы работаем, мы стараемся. Да, низкорентабельный бизнес, да, есть масса более высокорентабельных бизнесов, которые тоже можно заниматься. И которые можно тоже... не закрыть, конечно, выйти из бизнеса. Но мне это нравится, и я вижу результаты, и очень приятно. Знаете, как, если бы мне кто-то сказал, да, что мне будут регулярно писать письма с благодарностью, да, я думаю, заливает. Но я честно клянусь, мне пишут регулярно письма, в которых благодарят и рассказывают, что вот, смотрите, вот я то-то сделал, вот это благодаря шагу. Угу. И встречаешь людей просто на улице, не на улице, допустим, пришел где-то в компанию, а я у вас учился. Вы знаете, я вам очень признателен. Вот ради таких вещей, я считаю, даже вот меня это очень сильно вдохновляет. Плюс это, я вижу свое предназначение в этом. Я знаю, как организовывать учебный процесс, я знаю, как, что нужно сделать, чтобы хорошо учить людей. Хорошо. Учу этим остальным. Это хорошо. А вот если так закрыть глаза, помечтать, вот через там, 10-15 лет, вот как себе представляешь, то есть куда, в какую сторону будет развиваться шаг, да, и как, если, может быть, есть какие-то четкие цели или там примерные цели, чего вы хотите достичь, да, и какие планы? Не на 2-3 года, а так вперед. Год назад я видел шаг среди победителей международных чемпионатов. Мы к этому подходили. Вот 3 года подряд мы подбирались очень близко. 3 года подряд мы представляли Украину, наши студенты представляли Украину в финалах Imagine Cup. Но мы максимум добирались до полуфинала. Наши студенты участвовали в европейских олимпиадах ЦИСКА. И для меня очень важно было выйти на вот этот международный уровень. Мы открывали филиалы в Казани, мы вышли вот в Прагу. Моя цель была выйти именно на международный уровень, предоставлять услуги не местечкового там, класса, а конкурировать за качество образования с ведущими учебными центрами мира по IT. В этом году, кстати, в 2012, вот прошедшем, шаг получил оценку как один из лучших учебных центров по сетевым технологиям в Европе. Наш преподаватель... Чью оценку? ЦИСКА? ЦИСКА, да. Наш преподаватель получил статус лучший преподаватель по ЦИСКе в Европе тоже. Наш ведущий преподаватель Алекс Туманов получил IT Award, который СОФСЕРФ проводил. Это как бы та оценка, которая... позволяет нам себя оценивать, себя позиционировать. Но вы планируете Наши студенты в этом году, в 2012-м, заняли все 3 первых места на Олимпиаде ЦИСКА, которую проводили по Украине, и представляли Украину на европейском чемпионате. Наши студенты постоянно сейчас принимают участие в мировых чемпионатах. Я хочу пусть не 10 лет, я хочу быстрее, но стать полноправным европейским учебным заведением с соответствующим уровнем. Я вижу, как мы к этому движемся, и я вижу результаты, которые у нас получаются. И та победа, которую принесли донецкие студенты, я считаю, что тоже очень серьезный знак для нас. Мы движемся в правильном направлении. И, в общем-то, все, что мы делаем для того, чтобы то качество, оно было... Не только для нас, мы себя оценили, какие мы молодцы, классно, наши преподаватели там отмечены как лучший учебный центр, здорово. Мы хотим, чтобы это было заметно и со стороны. Мы хотим, чтобы студенты, которые к нам приходят, оценивали. Ведь как только ты опускаешь качество образования или планку, тебе сразу перестают идти студенты. А у нас за этот год набор вырос на 40%. Это тоже показатель. В этом году ко мне обратились из стран ближнего СНГ, допустим, Грузия, Казахстан, Эстония, с предложением рассмотреть вопросы партнерства об открытии филиала. То есть они выходят к нам с предложением, предлагают открыть филиал компьютерной академии «Шаг» в своих странах. Я считаю, это тоже определенная оценка. Для нас, через 15 лет вы будете открывать в Великобритании. Я думаю, филиал. Это будет раньше. В Великобритании уже открыт филиал. наш директор одесского филиала вышла замуж за англичанина и
открыла учебный центр, который называется Step Up. Step и up. Обучает компьютерным технологиям в Англии. Ну, это не наш филиал, но я очень рад за то, что это как бы идеология обучения, она передается и используется в других странах достаточно успешно. Но вы будете IT, не думаете там в бизнес-образование пойти, MBA, там, кстати, платежеспособность лучше, чем у студентов. Ты знаешь, айтишников. Я считаю, заниматься нужно тем, к чему лежит душа и что получается хорошо. Mm-hmm. Я знаю, что у нас получается IT-образование. Я знаю и вижу результаты. Не думаю, что с бизнес-образованием мы выйдем на тот же уровень. Есть действительно масса в Украине хороших, сильных бизнес-школ. Зачем конкурировать там, где ты не чувствуешь себя сильнее? В IT-образовании у нас уже наработаны очень много технологий, методов. У нас классные преподаватели, которых нам удается удерживать. Бывает так, что преподаватели уходят, ну, потому что индустрия, зарплаты растут просто на дрожжах, иногда мы даже не можем конкурировать, но потом через какое-то время возвращаются. И это тоже определенный показатель. То есть им нравится то, что они делают. И даже несмотря на там, местами перекос в зарплатах, они все равно отдают предпочтение педагогической деятельности. Потому что как минимум это здорово. Это приносит, когда это приносит результат, это очень сильно вдохновляет. Хорошо. У нас время просто закончилось эфира. Ну, в смысле заканчивается, да? Поэтому я хочу поблагодарить за участие. Хочу пожелать всем нашим зрителям, чтобы они тоже занимались деятельностью, которая им приносит результат, приносит удовольствие. И неважно, связано это с IT или нет. Вот, я думаю, про шаг мы узнали. Короче, то есть все, у кого были вопросы про шаг и не услышали ответа в этой передаче, ну, я думаю, уже их не узнаете никогда. Поэтому можно прийти, составить свое мнение, да, получить ответы на вопросы непосредственно в офисе. Тем более, что лучше всего узнать и почувствовать, что такое шаг, можно не со слов, а только посетив и посмотрев своими глазами. Мы всегда держим двери открыты и не скрываем ничего. Вот, пожалуйста, приходите, знакомьтесь с преподавателем, познакомьтесь со студентами, помогите там, где у нас не получается. Мы сейчас приглашаем всех ведущих специалистов, да, периодически проводим мастер-классы, тренинги, презентации для того, чтобы студенты больше узнавали об IT-технологиях из первых уст. И вот, скажем, в Одессе у нас там два конференц-зала, и иногда вот уже даже места не хватает для проведения таких мероприятий. Угу. Вот очень приятно, когда там ДОУ, например, проводится тоже. Хорошо. Да, у нас в гостях, я вам желаю удачи и успехов с Академией. У нас в гостях был Дмитрий Корчевский, это генеральный директор компьютерной академии «ШАГ». Меня зовут Максим Ищенко. Вы смотрели Profit Show. Подписывайтесь на нас на profitshow.tv. Всем пока. Всего хорошего. Следующая передача. Не будет следующей передачи. Все. Всем пока.